Для нашего коллектива это праздник, пожалуй, один из самых важных. Оркестр штаба Ленинградского военного округа – это единственный военный оркестр, который на протяжении всей блокады оставался в осажденном городе. Музыканты стойко переносили тяготы тех ужасных событий, но ни на день не прекращали своей творческой деятельности. Оркестр регулярно выезжал с концертами на передовую, поддерживая защитников города. Проходили концерты на Ленинградском радио, которые транслировались по всему городу. И, конечно, одним из самых значимых для истории нашего коллектива событием стало участие музыкантов оркестра штаба в исполнении легендарной Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича летом 1942 года. Ежегодно день нашего коллектива 27 января начинается на святом месте нашего города, на Пискаревском мемориале. Оркестр штаба округа обеспечивает музыкальное сопровождение торжественной траурной церемонии возложения цветов и венков. Завершается этот день для нашего коллектива всегда большим праздничным концертом в Большом концертном зале «Октябрьский», где традиционно звучат музыкальные произведения, которые ассоциируются, конечно же, с Ленинградской победой.